Задержан 46-летний житель райцентра, который вместе с другими участниками протеста применял насилие к представителям правоохранительных органов, бросал камни, бутылки и иные предметы в служебные автомобили милиции. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурант нигде не работает. В 90-х неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе в особо крупных размерах. В последний раз мужчину судили за изнасилование несовершеннолетней и приговорили к 15 годам лишения свободы. Участвовал на площади в толпе у этих, когда там были массовые эти беспорядки. И после чего пошел домой. И в суде ну, вообще раскаиваюсь, короче, никому не советую. Ну, считаю, что вообще это было зря, короче.